Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Так, заберем с тобой награды для начала. Еда, карточки, деньги, это все понятно. Давай посмотрим, нундагозавр, как у нас? Отлично. Забираем. Вот такой вот он у нас стал красавчик. Прокачиваем сразу до 30 уровня. Так, на рынке. Блин, нам дофига их придется, да? Выводить, чтобы прокачать. Так, ну я займусь, пожалуй, как карнотавром. Он у нас где-то здесь. Вот он, карнотавр. Давай-ка начнем эволюцию. Пускай потихонечку они будут у нас повышаться, потом будем скрещивать. И карнотавр у нас, он идет гибрид с пирораптором. Ну, пирораптор, по-моему, у меня уже прокачан, да, до 40 уровня. Так что все пучком, надо только докачать карнотавра. Ну что, переходим в задание, давай, подожди секунду. Тут надо глянуть. Ага, скафагнат готов. Забираем. Что у нас там по скафагнатам? Слушай-ка, мы можем с тобой сделать... Какой-то получается 30 уровень скафагната. Вот так вот. Слушай, надо будет с этим заморочиться, я думаю, да? Чутка попозже. Так, что-то у нас тут еще созрело. Ага, два карнотавра. Сейчас мы как раз посмотрим, сколько нам еще нужно. Так, 20 есть, еще 20-ка, это будет 30-й, значит, получается, это 20-ка, еще два карнотавра нам нужно вывести. Раз, так, этого забираем. Так, подожди, еще раз посмотрим. 20-ка, это 30-й уже, да? 10, 20, ну да, нужен... А, еще один у нас уже стоит. Все, ребята. Значит, больше мы ничего не делаем. Так, ДНК есть. Пускай пока они полежат. Единственное, что мы покормим наших карнотавров. Прокачаем их до 10 уровня всех. Я не буду сейчас использовать инкубатор за 100 долларов. Ну, незачем, ребят. И хотелось бы, конечно, в ближайшие, я не знаю, там, дни получить 50 уровень. Потому что уже мы с тобой засиделись на этом 49-м. Ну что, теперь смотрим, ребята. У нас идет, я так понимаю, лига, да? Лига детенышей. То есть, паразауролов, что ли, какой-то. Или кто это у нас такой здесь разыгрывается, я не знаю. Но сначала мне нужно посмотреть, какие у нас есть события. Смотрим, ребята. Любое животное гибриды плюс защити свою территорию, дрожь земли. Красота, пальчики оближешь. Ну что, тогда я, наверное, начну с защиты территории. Это у нас столкновение. Эдиум Рафадон, тиранозавр и тирокетцель. Серьезные противнички, я смотрю, да? Значит так, Эдиум Рафадон. Можно здесь взять, в принципе, анкилодока. Но можно взять и уэрхозавра. Возьмем его. Дальше, против тиранозавра. Кого тут лучше взять? Ну, наверное, как обычно, диплотатора, да? Он, в принципе, должен его вырубить. Или же даже нундагозавра. Так будет даже эффективнее. Плюс еще один летун. Я не знаю, сможет ли уэрхозавр один справиться со всеми. Я в этом почему-то не уверен, что он может справиться. Поэтому... Ну что, брать анкилодока? Остается только такой вариант. Ну что же, давай посмотрим. Ух ты. Да, ребята, сегодня было обновление. Совсем забыл. Так, слушай-ка, ну я неплохо ему сейчас припечатаю-то. Смотри, на 578. Ну, естественно, он сейчас как самый последний трус будет прятаться за тиранозавра. Угу. И у этого 918 к атаке. Очень мощно. Давай сделаем вот так. И поставлю я, наверное, защиту.
Потому что если он сейчас будет брать пернатых, так называемых с тобой летающих, птеродактилей и прочее, то, ну ты видишь, да, 659 к атаке. Не очень приятно получить. Вот так вот он делает. Ну что же, а мы с тобой... Блин, 2610 здоровья у этого хламона. Это очень серьезно, ребята. Короче, поехали. Да, две атаки прописал, и у него еще здоровье на 878. По-моему, нам с анкилодоком крышка, ребята. Ай-яй-яй, ну что, нудогозавр, придется тебе тут расхлебываться. Да, вырубаем. Так, и выползает Эдюморфодон. Что-то мне, ребят, подсказывает, что мы не сможем, наверное, здесь выиграть. Уэрхозавр. Даже если мы с тобой две атаки сделаем и две защиты, ну я не знаю, ребят. Я не уверен. Ну вот сколько он будет? 5. Ну, допустим, он все слил. Допустим, ребята. Но дальше-то все равно нам крышка. Вот от этого. Не получился у меня, конечно, фокус здесь. Очень жаль. Тем более, Терракетцаль у него всего лишь 878 хп. Мы могли бы его ушатать. Ну, вон, видишь, он идет по максималке. Жалко, что мы отыграли хороших с тобой динозавров и не смогли победить. Это два травоядника я слил, да, анкилодока, орхозавра и плюс нундагозавра. Чё-то меня это заело, если честно, зацепило, так скажем. Я решил, наверное, отомстить. Вот это, конечно, гадость вообще мощная. 113 я беру, друзья мои, и делаем мы следующим образом. Диплотатора, стоит ли его брать-то здесь? Наверное, уже стоит. Или же лучше нам сделать... Взять Раджастегу, да? Ну, в принципе, да, возьмем Раджастегу, ребят. Не знаю, это если мы только с тобой первый поединок сможем пройти, а дальше-то как нам быть? Дальше-то как нам быть? Ладно, звезданем хорошечно его. На 900. Интересно, он будет атаковать? Или он будет меняться? Он атакует. Он, друзья мои, атакует. Ну хорошо, давай я его добью. И выползает тиранозавр. Так, ему придется в любом случае потратить две атаки. У него одна в запасе будет, да? И вот тут вот... И вот тут вот беда, ребята. Потому что, ну, этот-то, конечно, вообще здесь ни в какие рамки не входит. Придется брать Раджастегу. И делать вот так. Посмотрим. Все, по-моему, нам кронтарики. Ну, вырубили. Ну, естественно, этот нас сейчас заклюет.
4, если он все сливает. Ты смотри-ка, как он делает. Он очень-очень аккуратненько, да, решил к этому делу подойти. Хорошо. Раз, два, три. Возьмем бонус. Я сомневаюсь, что он пойдет сейчас тратить все. Три. Два в запасе у него, да? Ну что, друзья мои, нам остается только лишь одно. Это бомбить его. И мы побеждаем здесь. Все. Здесь мы справились с горем пополам. Естественно, с огромными затратами. Давай смотреть, что у нас дальше идет. Нет, это какой-то трэш. Друзья, это просто какой-то трэш. Ты посмотри, что они вытворяют здесь. Ну и что дальше? Ну, Таника Лагрюса я, например, возьму. 39-й, ё-моё. Диплотатор. Таника Лагрюс возьмем. И, ну, например, еще можно взять, знаешь, как сделать? Алангозавра. Ты спросишь, зачем нам алангозавр? Естественно, ребята, пустить его под нож. С моей стороны это, конечно, не очень хорошо, но другого варианта я не вижу. Берем бонус. Он ничего не стал делать, абсолютно. Хорошо, это его дело, это его право. Он опять ничего не делает. Как скажешь. Твое дело, парень. Я тебя предупредил. Но ушатывает. Естественно, ушатывает, ребят. Так, сколько нам нужно? Раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, два. Опачки. Опачки. А почему я просчитался, друзья? Это ненормально, это непорядок. Три, четыре. Раз, два. Шесть. Неужели все будет тратить? Угу. Так, одну очку действия у него осталось, получается, да? Значит, мы сделаем с тобой следующим образом. Раз, два. Раз, два, три. И вот так. Вырубаем. Блин, да чё? 344, опять я не то сделал. Смотри, а, что вытворяет. Так, ребята, меняем. Вот так вот. Атакуем. Раз, два, и вот так. Сейчас посмотрим. Так, выходит у нас Синетоцератопс. 605 к атаке. Что, поменять, что ли? Друзья, будем бомбить. Давай рискнем. О, хорошо рискнули. Прям замечательно, друзья. Прям великолепно. Так, у него, правда, очков дофигища сейчас будет. 8. Одну он сольет, понятное дело. Как теперь мне быть с диплотатором? Раз, два. Давай, я все в защиту поставлю. А, он то, прикинь, он тоже все. Он 7 в защиту влепил. Пуганулся, братюня, я смотрю, пуганулся. Раз, два, три. И вот так. 6. Все, ребята, ему кранты. Он раскрылся.
Он раскрылся, он все слил, и поэтому спокойненько его добиваем. Это классно. Все. Так, ну и переходим с тобой на последний поединок. Сейчас посмотрим, кто у нас будет в нем участвовать. Так, забрали ДНК. Ну-ка, покажите. Слушай, две рептилии, Горгазух. Две рептилии — это очень хорошо, ребята. Очень хорошо, но есть одно но. Мне что брать? Сколько нундагозавр? 117, не хватает. Если я возьму, я смогу просто, я не знаю, справиться. Ладно, рискнем. Беру всех летающих. Ой, ребят, не знаю, что из этого получится. Погнали. Тепиозавр начинает первым. Естественно, будет прятаться за своего тиранотитана. Ой, тиранозавра. Вот. Я нисколечко в этом не сомневался, еще и бомбит. Спрятаться, как ты понимаешь, мне не за кого. Единственное, что могу, это бомбануть по нему. Две атаки сделать. И нанести тем самым 800 урона. Ну, он добьет. Добьет, конечно, ребят. А вот сможет ли Эдди Морфодон его добить? Сможет. Сможет еще как. Раз, два. И плюс бонус. Самый противный — это Горгозавр здесь. Потому что это гибрид. Что ты будешь делать? Смотри-ка, три атаки прописывает. Парень, ты не побоялся, я смотрю, однако, да? Три атаки. Ладно, раз, два, это все полностью в него прилетит сейчас. И на бонусные очки. Готов. Ну что, посмотрим, на что способен Горгозавр. 320 к атаке. А, Горгозух. Горгозавр. Все, друзья, я поздравляю нас с прохождением этого события. Он раскрылся. Соответственно, у нас с тобой очень много очков действий. И 2500 это ему не поможет. Очень было сложно, ребята, испытание, как по мне. Первый поединок меня, конечно, аж зацепил. Потому что мы там с тобой сфейлились. На втором я уже думал, может быть, ну его нафиг, перестать снимать серию. Но сделал глоточек кофе, и тут я понял, что будем драться до последнего. Так, колесо призов. Ну, сам понимаешь, призы здесь. Опа. Защити свою территорию. Мне выпало, прикинь. Давай глянем, что нам тут выпадет. Ну, тут обычная карта. Это Прогнатодон. Но все равно приятно, когда получаешь пак. Тем более, очки доверия нам очень сильно нужны. Ну, естественно, я повторку не буду крутить. Пускай даже об этом не мечтают. А здесь забираем награды. Так, смотрим, что у нас там следующее идет. А, любые животные гибриды. Это микро-супер ДНК. Ну, как по мне, друзья, я думаю, не стоит мне сюда идти именно сейчас. Когда у меня неким даже драться, лучше пойдем-ка мы с тобой немножечко подеремся на дрожь земли. Так как это сегодня новая арена, соответственно, можно немножко здесь поиграть, несмотря на то, что я даже потратил своих крутых бойцов. Ну что, начнем потихонечку. Выберем, наверное, с тобой Гуанлуня. Возьмем, наверное, вот Дозуха и Гиганатозавра. Вот такая у меня будет первая компашка. Конечно, надо было, наверное, взять одного травоядника, а не на двух хищниках тут выкручиваться. Но посмотрим. Да, ребята, Тропиогнат, Стегоцефал и Велоцираптор. В принципе, ничего страшного здесь не должно быть. Должны их раскатать, все как полагается. Так, 80 к атаке, соответственно, сразу же Тропиогната мы убиваем.
выходит стегоцефал. Ну, у него, конечно, будет атака посерьезнее, но, тем не менее, все равно, ребята, он пробить нас не сможет. Пробить он нас не сможет, но и мы ему тоже, как говорится, урона много не нанесем. Единственное, что я могу поменять, это на нашу рептилию. Вот таким вот образом. И взять бонус. Он брал две защиты. Ну, вот здесь вот, скорее всего, мы победим. Он ничего не стал делать. Соответственно, я все втюхиваю в атаку. Пробиваем его. Ну и велоцираптор здесь, как говорится, против моего... против моей рептилии. Ну, ты сам видишь, у него понижение класса идет. Соответственно, падает атака. Ну и, соответственно, он уже все, он в панике. Он не знает, что делать, он берет, атакует. Уже, как говорится, по своей же глупости. Мы, соответственно, его расписываем, да. Две атаки как раз прямые, это более чем достаточно. Ну, ты сам понимаешь, это только начало арены, поэтому все идет легко и просто. До самых высших лиг. Там уже, конечно, все, там трындец. С детенышем мы переходим сразу на 25% выживших. Открываем колесо удачи выживший и крутим с тобой рулетку. Из которой нам выпадет что? 23 800 монет. Сразу же идем дальше. Сразу же. Так, мы перешли с тобой на 25% выживших. Значит, уже будет посерьезнее поединки. И тут уже, наверное, нам придется взять... Кстати, аэротитан. У нас же надо будет вывести аэротитана. Берем аэротитана, берем капразуха. И можно взять, в принципе, хищника, да, какого-нибудь. Ну вот, Велозараптор мод 2. Сейчас будем смотреть, кто против нас будет выступать здесь. Отсюда уже будем делать определенный вывод. В принципе, неплохо, да? Майонгозавр, онозавр, ну и так далее. Так, аэротитан, как ты видишь, почти, ребята, ушатывает майонгозавра, но у него два травоядника, которые как раз идут против моих летающих пернатых. И он сейчас, скорее всего, возьмет. У него даже есть легендочка здесь. Слабенькая, но есть. Естественно, он меняется. 122 к атаке. И вылупляет. Ну что же, мы переключаемся с тобой с удовольствием на нашего велосираптора мод 2. Он поменялся, атаковал. То есть у него ничего нету. И мы его, ну, убить не убьем, конечно. Но хорошо покалечим. Тут у него выбор. Либо вернуть майонгозавра, потеряя при этом одну очку действия, либо же топтаться на месте и просто погибнуть. Ну, в принципе, правильно делает. Но, честно говоря, этого, ну, никак не спасет. Раз, два и бонус. Сам понимаешь, да? Ну что, у нас тут Цератопс появляется. У него 24 к атаке. То есть тут уже все. Финита ля комедия. Как ты ни крути, что бы ты ни делал, уже ничего не поможет. Тут тотальное уничтожение идет. Раз, два. Раз, два, три. Все. Этого в топку. Уинозавр опять выходит. Ну, сделать он уже здесь ничего не сможет. Даже его вот эти вот 5 атак ничего нам не сделают. Ну, отнимет он половину здоровья. Это в лучшем случае. Ну, он берет 3. Что, ребята, разбираемся с ним. Как всегда, очень жестко. Вот и все. Велоцираптор знает свое дело. Ну что, друзья мои, я не знаю, перейдем мы сейчас с тобой на новую лигу или нет. Все зависит от того, как у нас идет буст. Сейчас нам все покажут. Ну, слушай, 23-я позиция. Очень даже неплохо. Здесь нам выпадет... ага, еда. Ну, мы продолжаем. Мы сделали определенные выводы, да, что враг еще не особо такой силен. Поэтому можно даже вот играть такими. Берем скафагната.
Берем саркозуха. И нам понадобится, наверное, какой-нибудь хищник. В принципе, можно взять тираннозавра. Нет, лучше спинозавра. Ну и теперь посмотрим, кого выставят против нас. У нас с тобой две маленькие легендочки. Это Скафагнат, Скарказух. У него Топижары две и Пастазух. Ну все, тут уже, ребята, сразу вам скажу, песенка его спета. Просто его песенка здесь спета. Две Топижары. Но это ни о чем. Я, конечно, не спорю, что этот у меня Скафагнат тоже здесь ни к силу, ни к городу. Но одного Скафагната здесь будет достаточно, чтобы разобраться. Давай посмотрим, что он там сделал. Две защиты. Я как воду глядел. То есть он уже потерял преимущество. Он уже потерял преимущество, естественно. Я ему сейчас сделаю удар. Раз-два, это как минимум раз-два. И защиту. Вот так вот. Минус Топижара. Выходит Топижара, у которого 30 уровень. У него атака уже идет на 94. То есть, если он все сольет, есть шанс как бы ушатать, но он этого не делает, ребят. Не делает вообще. И тогда это сделаю я. Ну что, пока, родной. И появляется Пастазух. А у него классовая, ребята, слабость. Если он сейчас все сольет, Скафагнат его уничтожит. Да, он сливает абсолютно все свои очки действия в атаку. Тем самым он становится без защиты. И, как говорится, наш Скафагнат делает то, что должен. А именно уничтожает Пастазуха. Все, ребят. Тут легко и предсказуемо. Но это истинный крокодил. Тут, как говорится, не взять, не оторвать, да? Не выкинуть. Это прям истинный крокодил без изменений каких-либо. Ну что, ребят, мы с вами в охотниках. 10% лучших игроков. Мы вошли, ворвались, так сказать, да? Давай крутанем рулетку. И выпадает нам с тобой... Ух, ё-моё, как же я бы хотел, ребят. Но у меня вот так вот все время вокруг да около, и никак я не могу попасть. Ребят, я здесь просто гляну, что у нас Карнота вот так быстро. Слушай, ну это ж хорошо. Поместить. Давай тогда следующую эволюцию начнем. А, так он 29 минут, ё-моё. Я-то думал, что... Быстро он у нас прокачивается. Ну что, смотри, у нас есть уже 30 левел, да? Сейчас будет еще 20. Еще 20. И там у нас, да, выводится. Так, подожди, там что делать-то? Выводится же у нас? Да, выводится. То есть это будет 20 уровень. Мы даже с тобой, по-моему, немножко перебор сделали. 20-й выводится левел. Так, это 30-й. 20-й. Нет, все нормально. Все нормально. Все у нас как нужно. Так, здесь с тобой заберем награды. Так, и вот так. Значит, нам нужно еще собрать два мода. Что-то, ребята, я погорячился с едой-то. У нас вообще проблемы. 209 тысяч всего лишь осталось еды. Так, слабость. Нам надо приоритеты менять, по ходу дела. Да, с едой-то вообще проблемы, действительно. Как, куда она делась-то вся? Куда она потратилась? Закалочка увеличивает запас УЗ на 20%. И нам нужно будет только лишь в канозойскую эру сыграть. Так, ладно, мы с тобой сейчас... продолжим арену нашу.
Вот она. Лига охотников. Так, это мы перешли. Значит, соответственно, здесь уже будет враг еще покрепче, еще посерьезнее. Ну что, возьмем тогда сфинакодона. Капразуха, наверное, взять. Или кого тут? Пам-пам-пам. Стегоцератопса возьмем. И скафагната. Глянем вот на такую команду и посмотрим, кто тут против нас будет выступать. Так, пахицефалозавр — это отлично, ребята. Сразу под сфинакодона попадает. Мы его сразу, наверное, и уничтожим, да? Точно. Дальше, блин, а дальше у него метеоринг, который уничтожит, скорее всего, нас. Сейчас посмотрим. Нет, не получится у метеоринха, потому что у нас здоровье будет побольше, чем у него атака. Естественно, переключаемся сразу же на кого? На скафагната. Почему? Потому что у них преимущество. Тут уж все, ребят, тут они ничего не смогут сделать. Что стегоцефан, что метеоринх. Они просто, ну, сдулись, одним словом. Тоже, ребята, истинный крокодил, да? Посмотри, как будто аллигатор. Три атаки, молодец, красавчик. Тебе это не поможет. Но у него было 4, так что он одно очко зажал. Значит, делаем следующим образом. Раз-два. Раз-раз. Так, он решил на стегоцефала все-таки перекинуть одно очко действий. Это его выбор, его дело. Пускай. А в любом случае, здесь... ничего ему не светит. Как бы он ни старался, как бы ни выпендривался, нет. Ну что, ребят, бомбим по полной программе и уничтожаем. Ну, как-то так. Ну что, пойдем с тобой на следующий поединок. Посмотрим, куда мы переместимся. Так, 46-я позиция. Здесь нам достается еда. И следующий поединок. Ну что, я даже не знаю. Ну давай возьмем астафрикозавра. Возьму здесь диплотатора. Ну и пеликанептерикса. Давай посмотрим, что у нас из этого выйдет. Кто там первым сейчас будет? Надеюсь, будет травоядник. О, афиокамим, аэротитан и анкилозавр. То, что нужно практически. Так, ну что, опять же вырубаем сразу с тобой афиокамима. С одной плюшки. И выползает аэротитан. Ну что, аэротитан, что ты будешь делать? Почему такое название еще? Аэротитан. Интересно, железный титан, что ли, как-то воздушный титан? Он ничего абсолютно не стал делать. Мне кажется, он взял защиту. Но не всю. Не всю. И... неужели будешь тратить всю атаку? Странно. Так, ну что, я могу тебе сказать. Поехали. Гудбай. Так, анкилозавр. А что он нам сделает, анкилозавр? Ничего, у него 33 к атаке. Даже если он... классовая слабость идет. Так что, извини, сейчас мы тебя раскатаем здесь по полной программе. Даже ничего не стал делать. Ну и правильно, потому что ты знаешь, что тебе крышка, верно? Вот и все, друзья. Единственная проблема только у нас одна. Заканчиваются динозавры. Заканчиваются динозавры. Так, куда мы с тобой переместимся?
на 10-ю позицию. То есть мы можем с тобой попасть в следующую лигу. При хорошем раскладе. Опять еда. Хоть бы что-нибудь нам выпало нормально из этих вот рулеток. Так, ну давай возьмем с тобой стегоцератопса. Метриокантозавра возьму и тропиогоптера. Вот таких у нас будет с тобой три вида динозавров. Ох ты, насутоцератопс, кафагнат или пеликанимим. Надо же, тут даже мой стегоцератопс просто вырубит его. Дальше идет скафагнат. О, так он сейчас тут будет царем у нас против скафагната и пеликанептерикса. Это... А, пеликанимим, это пеликанимим, ребят, да? Видишь, классовая слабость. Естественно, сразу же все. Штанишки надудонил. Пужанулся, сделать ничего не может. Так, интересно. Ладно, я сделаю вот так. Так, это уже напряжно. Все, тогда крышка тебе, парень. Раз, два, три, четыре. Ты смотри-ка, а. Три защиты взял, да? Хорошо. Ну и что там елозишь? Как уж на сковородке. Меняет. Ну и что ты думаешь, пеликанимим тебе поможет, что ли, да? Смотри, что я сейчас сделаю. Вот как тебе такой расклад? Нравится, да? Так, скафагнат. Ну, здесь он может себе позволить уничтожить мне метриокантозавра. Почему? Потому что где-то у него очень мало здоровья. Очень мало здоровья, я не знаю, почему он такой, но... Вот он слабенький. Ну что же, он потратил 3 очка действия, ну а мы с тобой его, соответственно, добиваем. Все, скафагнат, как говорится, отдуплился. Красавчики. Так, ну и сейчас мы, по идее, должны перейти с тобой на следующую лигу. Где уже не забалуешь, поверь мне. Так, игра вылетела, но мне дали 150 ДНК. Это за рулетку, да, я так понимаю? Ну что, давай посмотрим. Лига хищников, 5% лучших. К сожалению, мне даже и поставить-то некого. Ну, возьмем-то Николагрюса, тиранозавра и... Унайзавра. Все, ребята, это, скажем так, последний динозавр, который мне доступен сейчас. И ты посмотри, что вытворяет он, а? Ты посмотри, что он... Это компьютер специально так сделал, ребят. Свой подбор, вот этот несчастный. Ну что, я возьму бонус. Я возьму бонус. Его саркозуха или диплотатор я уничтожу. Слава богу, у Таниколагриуса очень много здоровья. И он может себе позволить его забомбить. Ну что ж, давай посмотрим. Лучше бы, конечно, нам поменяться на тирана-титана. Ой, почему тиранозавра, конечно же. Все-таки не выдержал, да, решил атаковать. Ну что, сделаем с тобой раз, два, три. Раз, два, раз. Окей. Так, что дальше? Понятно. Два очка действия. Я возьму средний коэффициент. Раз, два. Раз, два, раз, два. Ага, замечательно. Еще. Получил по щам. Так, и выходит монофазавр. У него 133 к атаке. Сколько он будет транжирить?
Ну давай ты, ходи быстрее, ё-моё. Полностью сливает свои очки. Как дурачок, я не знаю, ребят. Раз-два. Раз-два, раз-два. Вырубаем его. А, нет, тут я прочитался. Вот это вот моя ошибка, ребята. Все время забывать, что у него есть там бонус. Ну вот эту, сколько у него там взято, сколько он потратил. Так, два оставляет, да, он себе. То есть нам нужно сделать три атаки. Давай вот так вот. Все. И выползает диплотатор. Это уже посерьезнее, да, чувачок? 212 к атаке. 4 очка действия. Посмотрим. Угу. Ну и все. Все, ребята. Сливаю я все наши очки действий в атаку. Ну и уничтожаем его. Круто. Что я могу тебе сказать? По мне так очень замечательно у нас получилось. Неплохо мы поиграли в аренку. Но опять же говорю, первый день это буст, грубо говоря, у нас был. Как в черепашках, да? Переходим с тобой на 68-ю позицию. Были бы у меня еще динозавры, ребята, с удовольствием бы и продолжал играть. Ох ты, $200. Вот это спасибо за награду. Спасибо огромное. Так, ну что, ПВПшка у нас, да? Канезуйская эра. Раз, два, три. Пойдем, пойдем. Завалим-ка их. Если завалим. Сейчас посмотрим, кого нам тут подсунут. У нас, кстати, почему-то вот движуха именно с животными не продвигается. Так, ну что я тут? Я не знаю, ребят, он ходит первым. Будет ли он атаковать? Сменил. О, как. Я сделаю вот так. Посмотрим. Наверное, поменяет. Ну, конечно, поменяет. О, мы... Мегистокурус. Это Дэдди Курус вместе с магистром, или как там его увеличать? Ну что, прописать ему или как? Или не будем пока? Раз, два. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это да, ребят, я не ожидал. Сейчас поменяется. Поменяется на своего этого лося. И пропишет мне три урона. Нет, он не стал почему-то, ребята, этого делать. Че, рискнуть? Давай я, наверное, рискну. Отлично, риск оправдался. Полностью. Полностью, ребята, оправдался. Ну, вот здесь вот, конечно, да. Сколько ему нужно сделать? Два. Два очка действия потратить, а у него еще пятеро остается, прикинь. У него еще пятеро остается. Раз, два, три. Сделаем вот так. Я хочу просто посмотреть, что... О, он 5 в защиту поставил, ты прикинь. Ну не дурачок ли? По-моему, ему кранты. Как тебе не кажется? Раз, два, три, раз, два. Ну, будет у тебя 5 очков действий. Как ты их потратишь? Если ты сейчас притихаришься, я тебе... Все, я его уничтожаю, ребят. Достоялся, да выделывался. Замечательно. Так, и выходит у нас Динотерий. 192 к атаке. Наверное, будет сейчас все очки свои сливать. Я вот не знаю, Эриматерий сможет ли его победить?
5. 3 в запасе, да, у него, значит, остается. Я рискну, ребят. Ух ты, жук ты, посмотри. Ну давай даже прикинем сейчас. 4. Ему не хватит нас уничтожить. Ему не хватит нас уничтожить. Но он ничего не тратит. Хорошо, проверим еще разок. Все, goodbye. Ты все сам прекрасно видел, мы победили. Эри Матери, ну красавчик, красавчик. Тут ничего не сделаешь. Так, крутанем. Приз любители. Дали бы мне там пак тот прикольный, который был. Так ведь нет же. Ready or not, this is war. Давай еще разочек крутанем. Так, понятно. Значит, нам сегодня не судьба, ребят, с вами получить золото чистое. Ну ничего, я думаю, вы не особо расстроитесь. В следующей серии тогда или через серию. Ну, все равно это, ребята, лучше, чем, да, когда у тебя 1000 всего лишь очков доверий. Так, ДНК, 35 долларов. Отлично, и 95 очков доверий. Итого 9526. Так, ну что, друзья мои, давайте посмотрим, что у нас тут. Тут нам надо вывести, если не ошибаюсь, Аэр Титана я хотел. Если он, конечно, у меня тут доступен. В плане. Или я его уже... Блин, я не помню. Выводил я его или нет? Мою... Мауезавр. Тоже надо как-то его, ребята, выводить. Так, тут 7 минут. Может быть, нам быстренько с тобой закончить вот это вот? Ага. Быстренько не получилось. Забираем. Так, смотрим. Двадцатка и двадцатка, да? Целый час будет выводиться. Точнее, улучшаться. Действительно, у нас огромные проблемы с едой и с деньгами начались. Почему? Не знаю, вроде бы все собирал всегда. Почему так произошло? Даже не могу тебе сказать. Так, Кеца тут еще у нас. Хотел бы прокачаться. Или усилиться, я не знаю. В общем, друзья мои, давайте я на этом буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!